Это «Москва-24». Мы вновь вернулись. Помните, я анонсировала в нашем эфире трансляцию представления «Московский Бродвей». Вот, видимо, организаторы не смогли больше сдерживать пыл артистов. Они начали на 10 минут раньше времени. Начнет. Тогда позвольте мне. Дорогие москвичи, позвольте от лица мэра Москвы поздравить вас с праздником. Сказать, что мы очень рады, что в этот уже осенний, но солнечный день... День города удался. Мы очень рады, что буквально осенью в бывшем кинотеатре Пушкинский появится театр-мюзикл «Россия», который представит грандиозную премьеру «Русалочка». Мы всех вас приглашаем и уверены, что это Пушкинская площадь, театр-мюзикл станет большим центром и точкой силы города Москвы. Спасибо вам, что пришли. И наш праздник начинается, даже? Да. Ваши аплодисменты. Я пошел. Спасибо. С праздником, дорогие москвичи и гости столицы. Добро пожаловать на Московский Бродвей. Ведь именно так с легкой руки стиляк еще в 50-е годы была названа Тверская улица. И действительно, именно здесь, по соседству, расположены театры, где уже много лет ставятся музыкальные спектакли и мюзиклы. Московская оперетта — это «Хелло, Долли» и «Моя прекрасная леди». В МХТ имени Чехова мюзикл «Конек, горбунок» и «Трехгрошовая опера». В театре имени Пушкина, которым я руковожу, «Одолжите теноры и таланты и покойники». В Линкоме уже более 30 лет с неизменными аншлагами идет «Юнона и авось», «Великая Юнона и авось». В Большом театре «Летучая мышь», «Иисус Христос, суперзвезда» в театре Моссовета и так далее. И сегодня мы действительно на Московском Бродвее. И здесь будут звучать любимые и знакомые мелодии. Встречайте, оркестр под руководством дирижера московских постановок бродвейских мюзиклов «Кэтс», «Мама Мия», «Красавица и чудовище», «Зорро» и «Звуки музыки» Мариам Барской.
были мелодии из настоящих бродвейских мюзиклов, поставленных в Москве. На сцене оркестр под управлением Мариам Барской. Мюзикл «Звуки музыки» — это великая история любви, основанная на реальных событиях. Это легендарный бродвейский мюзикл. Он удостоен 5 высших американских наград Тони, у него 5 премий «Оскар» и 2 премии «Золотой глобус». Неизменная зрительская любовь сопровождает звуки музыки уже более полувека. В чем же секрет неподдельной популярности этого мюзикла? Наверное, в настоящей искренности и замечательной музыке. Наш дом, наш милый дом, ре, ребячья болтовня, ми, микстура перед сном, фа, фантазия моя, соль в солонке на столе, ля, лягушки под кустом, си, сигнал на корабле, что плывет обратно в дом, о-о-о, да! Наш дом, наш милый дом, ребячья болтовня, микстура перед сном, фантазия моя, соль в соломке на столе, я лягушки под кустом, си, сигнал на корабле, что плывет обратно в дом, наш дом, наш милый дом. «Звуки музыки» Валентин Садики, Настя Майорова, Адиль Саберов, Соня Хурсан, Саша Агафонникова, Варя Ревнюк и самая старшая из юных Лиза Арзамасова. «Звуки музыки» — это мюзикл, который, премьера которого состоялась почти ровно год назад. И целый год, 8 раз в неделю, лучшие актеры музыкального театра выходили на сцену Московского дворца молодежи, чтобы радовать зрителей. Выдержать такие нагрузки действительно непросто. Каждое движение должно быть идеальным, фонограммы запрещены и никаких больничных. Одни артисты приходят в проект, другие уходят. Но, как говорится, шоу должно продолжаться. Друзья, на московском Бродвее настоящее живое тирольское пение. Артисты мюзикла «Звуки музыки» и Наталья Быстрова в роли Марии.
дамы и господа, скоро Москва снова затанцует под музыку «Абба». Ведь по результатам опросов именно мюзикл «Мама Мия» хотели бы вновь увидеть большинство зрителей. Любимые песни «Абба», веселый сюжет, нешуточные страсти, блестящий финал и ощущение бесконечного счастья. Мюзикл «Мама Мия» уже в октябре вернется в российскую столицу. Режиссер-постановщик мюзикла Пол Гаррингтон как-то сказал, что в русских артистах есть та особенная страсть. То чутье, с которым они играют, это лучшие артисты в мире. На московском Бродвее артисты мюзикла «Мамма Мия» и исполнительница главной роли эксцентричной Донны, жизнерадостная и обворожительная Елена Черквяни! Работай день, работай ночь, чтоб как-то выкрутиться смочь. Я на ногах, уже чуть свет, и ни копейки лишней нет. Лишь в мечтах я вижу вдруг, мне достался богатый друг. Не надо как юла кружить, а просто жить и не тужить. Мани, 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 все в кармане, в мире богаче. Мани, 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 все так манит, в мире богаче. Богача найти, но нет иного мне пути. Но даже если найду, то я ему не подойду. Пора на все махнуть рукой, дышать Вегас или Монако, в игре сорвать огромный куш, и черт с тобой, богатый муж. Последние годы ни один заметный проект не обходился без вашего участия. Действительно, «Мама Мия», «Кэтс», «Красавица и чудовище», «Обыкновенное чудо», «Звуки музыки» и везде главные роли.
Вы не устали? Ведь это же ежедневная работа. Нет, вы знаете, когда каждый вечер открывается занавес, я вижу глаза зрителей, я слышу их аплодисменты, то хочется работать дальше, дольше и лучше. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, в нашем мюзикле «Мама Мия» есть одна из историй любви родителей и детей. Сейчас я хочу представить своих детей по мюзиклу. Это участники первого «Мама Мия» Андрей Бирин и Наталья Быстрова. Вновь через 4 года они снова поют о любви вместе. Встречаем! Чего-то необыкновенного!
я приглашаю вас к себе в гости в замок красавицы и чудовищ. «Красавица и чудовище». Романтическая история, полная юмора, приключений и, конечно же, любви. Этот мюзикл собирал полные залы 2 года. 600 тысяч зрителей с замиранием сердца следили за превращением чудовища в прекрасного принца. Ведь, как и большинство мюзиклов, это шоу о самом важном на свете, о любви, как о чуде. На московском Бродвее о любви, как о чуде, поет популярный артист театра и кино Виктор Добронравов и снова звезда московских мюзиклов Наталья Быстрова. Пока Наталья готовится к следующему номеру, Виктор
Скажите, пожалуйста, Виктор, вот вы же востребованный драматический артист, артист театра Вахтангова. А насколько серьезно в вашей жизни присутствует мюзикл? Присутствует. Все началось с озвучки мультика «Горбун из Нотр-Дама». Потом был мюзикл «Красавица и чудовище», «Обыкновенное чудо», «Любовь и шпионаж». И сейчас я репетирую мюзикл, который выйдет в октябре. Называется «Я, Эдмон Дантес». Вообще жанр, конечно, удивительный и уникальный. Сегодня ты чудовище, завтра ты красавец, министр, администратор. Да, действительно. Кстати, сегодня ты парень с греческого острова, а завтра Люмьер, камердинер принца, превращенный заклятием злой колдуньи в канделябр. На московском Бродвее хит из мюзикла «Красавица и чудовище». Вы наш гость в исполнении артистов мюзикла и Андрея Бирина. Вы наш гость, вы наш гость. Позабудьте грусть и злость, наконец-то гостю снова послушать нам довелось. Служу консоме, я прошу, поверьте мне, будет вкусно. Просто чудо! Так вам скажет вся посуда, наш сервиз вам споет. Это Франция, мульти, даже в Риме здесь вы не найдете. Вы наш гость, вы наш гость. Вы достойны быть звездою в кулинарном кабаре. Ваша грусть улетит, если стол уже накрыт. Растворятся огорчения в нашем чудном угощении. Удивим ярким фокусом моим. Газета Sunday Times писала так. Возьмите полеты на веревках, прекрасные бои на рапирах, хиты группы Gypsy Kings, настоящее пламя и пару невероятных спецэффектов, и получится угарный мюзикл с привкусом текилы. На московском Бродвее «Viva El Zorro!»
сеньоры, сеньориты, бросьте ваши разговоры, подходите, торопитесь познакомиться со мной. Я люблю вас очень-очень, Сапеги Лес Долорес. Так давайте этой ночью потанцуем под луной. Бала-бала-бала-бала, бала-бала-бала-ме. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Bala, 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 me. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Мечтой переменится твоя судьба. Приходи рядом, путь со мной. Я всем трюкам научу тебя. Как порох, цыганка видит звезды и слышит каждый шорох.
Чтобы состоялась премьера этого мюзикла, композитору Эндрю Ллойду Вебберу пришлось рисковать. Сэр Эндрю заложил свое родовое поместье, но риск был оправдан, потому что мюзикл «Кошки» стал одним из самых популярных шоу в мире. Самая известная ария из этого мюзикла звучит в исполнении примадонны жанра Елены Черквяни. Запах
солнце блещет в летних листьях и блестит и тает. Лепестками на краю рассвета память облекает. Боже, как легко меня бросить. Я прошу вас о ласке, прикоснитесь ко мне. Лишь дотроньтесь, и вы поймете счастье суть. И начнем. В московском Бродвее спасибо. Звучала великая музыка Эндрю Ллойд Вебера. Спасибо, Лена, спасибо большое за удивительное исполнение, за хорошую атмосферу. Спасибо. Вы знаете, здесь замечательно работается. Здесь какое-то просто волшебное место. Да, но это волшебное место выбрано нами не случайно, потому что всего через месяц здесь, на этом месте, откроется самый большой театр столицы. И мы хотим пригласить сейчас на эту сцену продюсера наших мюзиклов, главу театральной компании Stage Entertainment в России Дмитрия Богачева. Здравствуйте, дорогие зрители и телезрители. Сегодня в День города мы хотим подарить вам новый театр «Россия», в котором каждый день будут идти лучшие мюзиклы мира на русском языке. И всего через месяц на этой сцене, не на этой сцене, а на сцене, которая за этой сценой, состоится премьера едва ли не самого красивого мюзикла, который представит компания Stage Entertainment и Disney, замечательного, зрелищного, яркого мюзикла «Русалочка». Мюзикл «Русалочка». Грандиозная премьера в новом театре «Россия» на Пушкинской площади. Волшебный подводный мир на сцене, захватывающие полеты на головокружительной высоте и всеми любимая музыка. В новом сезоне, в новом театре, новый мюзикл «Русалочка». Премьера, которую нельзя пропустить. Мы уверены, что сценическая версия замечательного анимационного фильма Уолта Диснея «Русалочка», которая хорошо знакома всем с детства, обязательно понравится московскому зрителю. А на московском Бродвее о прелестях подводного мира поет Дмитрий Ермак и артисты мюзикла «Русалочка». Призрачный мир блестящий, чтоб душу смутил твою. Там сахар гораздо слаще, чем дома в родном краю. Но знаю давным-давно я, что чудных чудес полно. Твое и мое родное, большое морское дно. Свирель, на саксе тунец, на банджо макрель, а на барабане рай. На скрипке миндаль, на лина, басу с гитарами и Василь с пудросу. На струнный состав набрали капсу, а на вокал салай. А на глубине, на
композитор Алан Менкен за музыку к фильму «Русалочка» получил 2 «Оскара». А главный хит этого шоу сейчас прозвучит в исполнении замечательной Натальи Быстровой.
чертихи, с девушкой вы вдвоем, с нею ты едва знаком, но она так прекрасна. Чудный миг настал, очень хочешь ты, чтоб случился поцелуй. Час твой пробит по лагуне голубой, девушка плывет с тобой на маленькой лодке. Но она молчит, и начать говорить поможет поцелуй. О, если бы слова, живущие во мне, сумели бы окно пробить в невидимой стене, молчанию не верь, а верь своим глазам, ты только захоти, ты все увидишь сам. Каждом девушке, которую до ныне никогда я не встречал, мне так хорошо, как было только раз однажды, в час, когда над волнами впервые прозвучал. Слышал ты меня. Пускай наш добрый и светлый мир, и что лежит меж водой и небом, станет для этих двоих пленительный сон. Что же, как говорила героиня еще одного мюзикла, все хорошее когда-нибудь кончается. Мэри Поппинс. И в финале нашего шоу звучит диско. «Мамма Мия» в конце октября возвращается на сцену МДМ. На московском Бродвее Елена Черквяни, Ильвина Мухутдинова, Елена Назарова и артисты мюзикла «Мамма Мия». Сказал
Entertainment. Да. А также генеральному спонсору. Ну что же, московский Бродвей завершился. Мы услышали лучшие арии, увидели самые яркие фрагменты из бродвейских мюзиклов, которые идут в Москве с 2004 года. Это фрагменты из мюзиклов «Кэтс», «Зорро», «Звуки музыки», «Красавица и чудовище», «Мамма Мия». И услышали даже арию «Ариэль» из мюзикла, премьера которого состоится только через месяц, «Русалочка».